Блин, елки зеленые. Ты запись включил. Хотел фотку сделать. Получилось, включил запись. Ну ладно. Раз включил запись, я сделаю еще один ролик. Я сейчас приду. Здравствуйте, мои дорогие. Пройдемся в другую сторону моего райского берега. Надо убедиться, что мы здесь действительно одни. Иногда здесь бывают желтые литеряги. Это такие птицы, которые все время летают, типа утки, только худые, с яйцами. Вот, убедившись, что здесь нет желтых литеряг, мы пройдем к берегу, типа как в мире животных, сейчас замутим. Пройдем к берегу и посмотрим на этот прекрасный берег. Там есть что-то необычное, что-то фантастически загадочное. А вот эта загадка, она своеобразная и интересная. Вот. Видим, перед нами открывается горизонт падения. Просто берешь, типа, и падаешь. Но падать мы не собираемся. Мы просто фотографируем, притворяемся долбаным туристом, чтобы обмануть долбаных туристов. Потом идем на свое место, чтобы сделать вид, что у нас есть свое место. На самом же деле на реке нет своего места. У нас есть волосы, которые мы обязательно обстрижем, которые нам уже подзадолбали. Но не сейчас. Сейчас мы подъедем на свое место, так именуемо свое место, чтобы сделать пару фото. Мы так и не обнаружили ни одной желтой летяги. Это хорошо. Значит, мы не испугаем самца во время спаривания. И не будет самка стонать от боли, вынашивая новое яйцо. Мы спасли яйцо, самца и самку. Мы очень хорошие в мире животных. Короче, вот такой драйв. Поэтому счастья вам, удачи, любви, успеха. Мне бы еще, так сказать, фронтовых 100, и было бы просто супер. Ну и так. Хорошо. До скорых встреч, мои дорогие. Пока-пока.